У кремлевских елей имена ветеранов службы внешней разведки нашей страны. В торжественной церемонии открытия аллеи приняли участие курсанты и педагоги колледжа, общественники, ветераны и действующие сотрудники полиции. В наше время данное мероприятие оно имеет особое значение, потому что молодежь испытывает недостаток в той информации, которая необходима для дальнейшего обучения на благо нашей Родины. Ребята могли встретиться и послушать руководителей, бывших руководителей службы внешней разведки, ветеранов. Рассказы гостей колледжа, которые лично знали разведчиков, чьи имена увековечены на аллее ветеранов, лучше любых учебников и кинофильмов. Сегодня мы встретили в нашем колледже много героев, которые для нас примеры, мы будем им подражать. Московский колледж полиции – уникальное учебное заведение. Его выпускники востребованы не только в МВД, но и в других силовых ведомствах. Это будущие офицеры, и для них очень важно военно-патриотическое воспитание. И традиционно уже на протяжении нескольких лет, после 9 класса, специальные службы Российской Федерации отбирают из наших ребят, лучших из лучших, себе кандидатов. Открытие аллеи памяти стало результатом сотрудничества колледжа и Всероссийского общественного движения наставников детей и молодежи. Алексей Коноплев, Константин Кузнецов, Петровка, 38.